Насрать нам. Да кто нас освобождал от того? У нас жена, не отсюда. Было ничего. А куда отсюда? Отсюда, из Мариуполя. А что, если бы тебя дом сгорел бы с вещами, я посмотрел бы на вас. И кому похер? Я бы не понимал. Я в ПСЕ не заехал. Все текало. Да, спасибо, это ПСЕ. Зачем вы нас снимаете? Чтобы смеяться над нами. Репортаж сделать, показать. И посмеяться над нами. Так все равно там вырежут. Ну как это? Так вы знаете, что мы думаем. Сзади стояли с автоматами и сказали говорить, что ей как все хорошо. И прекрасно в селе. Приехали освободители дома нас освобождать. Людей, блядь, ни за кем стоялось. Что успели эту никого не трогало, никого там не было вообще в том селе. То не надо было идти. Разделили сейчас бы мирно и все. Там тысячи погибли, что тех, что те. За что? За сразу нет, села. Нет, там 500 метров того села. За что я вообще не понимаю? Стой, от кого вы освобождали? Там никого не было. Вы все равно все повырезаете, правда? Ага, но только у нас там в регистратуре карточки. Тут вообще не ехала у нас Надежда. И что же, возвращаемся?